Госсовет Чувашии рассмотрел итоги исполнения бюджета республики за прошлый год. Это стало главным вопросом повестки очередной сессии республиканского парламента. Основные цифры, без которых невозможно представить себе главный финансовый документ, в нашем материале. Республиканский бюджет за 2019 год по доходам исполнен в объеме почти 59 миллиардов рублей, на 9 миллиардов больше, чем в позапрошлом году. 96% собственных доходов, налоги на доходы физических лиц и на прибыль организаций. Республика активно участвует в реализации федеральных проектов, благодаря чему обеспечивается ежегодный рост трансфертов из федерального центра. В 2019 году объем безвозмездных поступлений превысил 25 миллиардов рублей. Расходы республиканского бюджета составили 55 миллиардов 200 миллионов, и основная их часть традиционно пришлась на образование, социальную политику, национальную экономику и здравоохранение. Наибольшую долю в расходах республиканского бюджета составили расходы на образование. Это 17 миллиардов 575,4 миллиона рублей, или 31,8%. Расходы были направлены более 9, почти 10 миллиардов рублей, 56% расходов на финансовое обеспечение госгарантии, реализации прав бесплатного дошкольного общего образования. Расходы на социальную политику в прошлом году увеличились на 7% и составили 13 с лишним миллиардов рублей. Основные направления – поддержка материнства и детства, пожилых людей, помощь малоимущим. Чтобы представить нагляднее, можно сказать, что расходы на одного жителя республики составили 11 тысяч рублей. Следующим важнейшим разделом является раздел здравоохранения. Общий объем расходов составил по данным направлениям 4 миллиарда 754 миллиона с учетом расходов из территориального фонда обязательного медицинского страхования 15,5 миллиардов рублей. На эти средства были капитально отремонтированы 40 зданий организаций здравоохранения, приобретены 18 передвижных медицинских комплексов, автомобили скорой медпомощи и скорой неотложной помощи для новорожденных и многое другое. Только в 2019 году на модернизацию оборудования и ремонт зданий учреждений культуры направлено более 400 миллионов рублей. В рамках подготовки и празднования столетия образования Чувашии выполнены работы по ремонту и реставрации 30 объектов культуры. Развитие реального сектора экономики вложено около 16% годового бюджета республики. Финансовая поддержка малого и среднего бизнеса по сравнению с 2018 годом увеличилась в 5 раз и превысила 600 миллионов рублей. Рост инвестиций в основной капитал составил 5,7%. Среднемесячная номинальная заработная плата выросла на 109,6%, также выше, чем по Российской Федерации. Реальная заработная плата выросла почти на 4%. Государственный долг Чувашской Республики за 2019 год снижен почти на 20%, до 10,5 миллиардов рублей. По размеру государственного долга в расчете на одного жителя республика входит в тройку регионов Приволжского федерального округа, имеющих наименьшую долговую нагрузку. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика.